Торгово-промышленной палате Приднестровья 30 лет. Сегодня провели торжественное собрание. Подводили итоги, вручали награды, дарили подарки. Выключен свет, в зале тишина, на экране достижения торгово-промышленной палаты, итоги, планы, перспективы. У них сегодня юбилей 30 лет. Всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов. История палаты началась еще в марте 73-го. Тогда в Тирасполе основали Бюро товарных экспертиз Молдавской ССР. В апреле 93-го создали торгово-промышленную палату, уже Приднестровья. Надежда Кривенко – одна из первых сотрудников. В профессии более 40 лет. Проверяет товары, выдает сертификаты качества. В то время это в основном занимались экспертизами количества и качества товаров. Проверялся весь импорт, все оборудование, все материалы, обувь, товары импортного происхождения. Торгово-промышленная палата – это десятки проектов. Один из них, покупая Приднестровская, работает с 2017 года. Выставки-продажи – это бренд и знак качества. А еще скидки, дегустации и выбор. Товаров сотни. От колбас, молока до постельного белья и одежды. За несколько лет десятки выставок и ярмарок. Сотни участников, тысячи покупателей. А еще торгово-промышленная палата привлекает больше предприятий. В 93-м было всего 20, сейчас более 180. Самые крупные – ММЗ, Тиратекс, Электромаш, Флуари, Адема – помогают и бизнесу. Татьяна – предприниматель, более 10 лет выращивает тюльпаны, эустому, хризантемы, создает букеты. 7 лет сотрудничает с торгово-промышленной палатой. Есть результат. Сотрудничество интересное, плодотворное, потому что на базе торгово-промышленной палаты проводятся различные семинары, обучение. Я участвовала в нескольких курсах обучающих. Был очень интересный курс по ведению менеджмента. Он для меня был познавателем, да. Ну и я не раз участвовала в конкурсах «Приднестровское качество», была номинантом. Сегодня было много цветов и подарков, поздравил и президент Красносельский. Вот приветственный адрес. Объединяя предпринимателей разных видов деятельности, палата активно участвует в жизни государства, защищает интересы бизнеса, обеспечивает взаимодействие с зарубежными экономическими структурами. Ордена, грамоты и почетные знаки лучшим, а еще 8 предпринимателям вручили сертификаты. В планах активное сотрудничество.